в любом месте, где мы хотим начать нашу работу или что угодно сделать по отношению к Нему, мы должны установить Шри Ганешу, поскольку Он является невинностью, а невинность была создана до того, как было создано все остальное. Я должна сказать, что невинность — это самая мощная сила. А затем мы проведем пуджу Гуру, которая фактически является Пуджа Адигуру, изначальному учителю, инкарнировавшемуся на этой земле множество раз. Как вы знаете, Дататрея рождался Джанака, Нанака и во множестве других воплощений. Этот принцип находится внутри нас, и очень важно, чтобы мы выработали этот принцип Гуру Нанака или Джанака или любого из этих изначальных учителей. Ведь если ваш дух является учителем, тогда мы сами должны стать учителями. А сила учителей такова, что они являются сутью невинности, создателя, того, кто поддерживает и разрушает. Они являются невинностью всего этого. Из них, из этих трех великих личностей была создана эта великая личность невинности, эта великая инкарнация. Их невинность видна в том, сколь они не привязаны к вещам. Они живут повсюду, просто как другие люди. Они женаты, живут со своими семьями, но они абсолютно не привязаны. До тех пор, пока этот принцип не будет пробужден в вас, вы не сможете заниматься сахаджа-йогой. Прежде всего, этот принцип Гуру должен быть пробужден в вас, и он даст вам равновесие. А затем должно произойти ваше восхождение посредством вашего духа, атмы, которое осуществляет ваше шакти, сама ваша кундалини. Она шакти, она женщина. Она та, кто прежде всего питает. Она питает. That power within us, это находящаяся внутри нас сила питает нас, питает все наши чакры, благодаря чему она исцеляет наши ментальные, эмоциональные, физические, духовные существа. Ведь иногда мы поклоняемся не тем людям, и тогда наше духовное существо также очень сильно страдает. А после этого, после того, как она достигает этого, далее она восходит через вашу область родничковой кости и дает вам вашу самореализацию. Так что это она дает вам вашу мокшу. Она та, кто дает вам ваш мир, вашу радость. И эта ваша мать пребывает в вас, и это она дает вам вашу реализацию. Поэтому поклоняемся ей, как находящейся внутри вас силе. Поэтому вы наделены силами, вы становитесь сильными. Но именно эта сила делает вас учителями. Когда она поднимается в область Войда, она делает вас учителем, поскольку она просветляет этот принцип Гуру внутри вас. И вы становитесь учителем, вы становитесь учителем самому себе, и благодаря этому вы также становитесь учителем для других людей. Тот, кто не является учителем самому себе, не может быть учителем для других людей. Так что это осуществляется прежде всего с вами, а затем это излучается. И это излучение и заставляет других людей принимать вас как Гуру. Этот динамизм и это сострадательное отношение. Все это развивается посредством этого принципа Гуру. Но это является благословением вашей кундалини. Это дар вашей матери, той, кого мы называем Водолеем. Она находится внутри нас, и мы должны просто принять ее проявление и принять ее всем своим сердцем. Знаете, что сегодня день, когда мы
ожидаем, что человеческие существа поднимутся до того уровня, когда они станут сострадательными, любящими, нежными. Это новое сознание, которым мы будем в полной мере наделены. И до тех пор, пока этого не произойдет, нет никакого шанса освободить людей. В этом нет сомнений. Мы проделали так много, столь многих местах, и всюду я обнаруживаю, что у каждого места отличная от других проблема. Я обнаружила, что самое трудное место — Америка. Она подобна Матхуре, куда должен был прийти, где должен был установиться Шри Кришна. Это было королевство Шри Кришны, в котором правил Канса. Так что люди в Матхуре были самыми трудными, потому что ими правили дьяволы, а у дьявола есть способность доминировать над хорошими людьми. Их доминирование было таково, что даже когда жил Шри Кришна, они старались нанести ему вред, пытались убить его и так далее. Весь динамизм этих жителей Матхуры убил Канса, которого должен был убить Шри Кришна. Удивительно, что первым божеством, упоминавшимся на пудже в Нью-Йорке, было следующее утверждение. Паривартани Экадеша. Экадеша — это сила, посредством которой эти люди будут уничтожены. Паривартани означает ту, благодаря которой вы будете трансформированы. Как же может быть, чтобы сила, которая будет уничтожать, трансформировала вас? Прежде она будет уничтожать все то, что угнетает, все то, что убивает ваш динамизм, все то, что делает вас рабами. Это будет уничтожено. Во-вторых, наполовину зрелые люди, которые находятся не тут, не там, будут напуганы тем, что они будут уничтожить. И этот благоговейный ужас будет преобладать. В-третьих, когда вы увидите, что ваши родные действуют уничтожены, тогда у вас будет гораздо больше сострадания, гораздо больше терпимости к ним, и вы постараетесь спасти их всех. Вот что это такое. Это тот случай, когда Шри Кришна должен был поднять всю гору на своем пальце. Таким вот образом. Это называлось Говардхан Дхьяни. Вот какова моя работа здесь. Поднять, я думаю, гору и держать ее таким вот образом на кончике пальца. Но этот палец должен быть сильный. И этот палец – ничто иное, как сахаджа-йоги Америки. И они должны помогать своим динамичным поведением, своим надлежащим пониманием ответственности людей, принадлежащих к этой великой стране отцовства. Это палец отца. И это отцовство должно быть динамичным. Должно быть превалирующим. И очень ответственным. В этой ответственности вы учитесь столь много. Вот какова моя работа, вот какова моя цель. Меня спросили на телевидении: «Мать, какова ваша цель?» Я не ответила ведущей, что она состоит в том, чтобы поднять гору на своем пальце. Она бы никогда этого не поняла. Но это то, что необходимо делать здесь, поднимать гору. Я обнаружила, что здесь эта гора не одна. Самой основной горой кажется Хьюстон. Это есть самое сложное. Люди здесь просто не двигаются. Просто не двигаются. Они джада, они очень тамас. Они столь полны невежества и столь полны тяжести. Это самый сложный момент. И вот почему, особенно в Хьюстоне, мы должны провести хорошую пуджу кундалини, которая поднимается в Хьюстоне. Да благословит вас всех Бог. Can you get me the handkerchief? Мать, сегодня вы сказали Чатурдаши. Анант Чатурдаши. Ага, that's great. Yes, must be. Я думал об этом. Ананта Чатурдаши. Ананта Чатурдаши. Это день,
Когда мы выполняем висарджан, растворяем Шри Ганешу в воде, поскольку он устанавливается в течение 10 дней. Он рождается на четвертый день, а после 10 дней он растворяется в воде, чтобы его сила через воду распространилась повсюду. Вот почему я знала, что это безусловно должен быть какой-то план. Ганеша устанавливается в воде. Это и есть Ананта Чатурдаши. Ананта – это качество Шри Ганеша. Ананта означает то, что невозможно уничтожить. Невинность невозможно уничтожить. Вот почему Ганеша Чатурдаши означает день, когда Ганеша растворяется в воде, в океане. Он создается, ему поклоняются в течение 10 дней, а затем он возвращается назад, туда, откуда он пришел. Поэтому я должна сказать, что сегодня очень великий день. Он подобен воскресению Христа. Когда у вас здесь был Христос, Он жил с вами, а затем он вернулся назад к своему отцу. Отец – это океан. Вот что люди делают в Индии. Устанавливают его на четвертый день, а после десятого дня возвращают его в океан. Мы делаем то же самое в нашей школе. Мы делаем то же самое в нашей школе. На самом деле, в какой школе? Но никто не понимает. Люди просто делают это безо всякого понимания того, что же они делают. Это относится даже к Индии. Как много людей знают о Ганеше? Никто не знает. Махараштри знают. Махараштри ему очень сильно поклоняются, но они так уж много знают о нем. Они не знают, сколь он важен, что он представляет, как он приходил на эту землю. Ничего этого они не знают. Люди стали очень поверхностными в этом плане. Но делая все эти вещи, вы, по крайней мере, держите на них свое внимание. Это преимущество, которое есть у индийских детей. Они должны быть немного педантичными, поскольку на фестивалях и тому подобных мероприятиях они стараются выяснить, что означает это, что означает то. И их внимание больше на этих вещах, а не на каких-то внешних. Понимаете? В этом-то и состоит смысл.